смотрите, сейчас будет зависеть от того, что сделают Штаты, да, то есть сейчас от них все ожидают, будет ли количественное, как это называется, QE3. Да, количественное смягчение, прям, спасибо. Вот. Поэтому, в принципе, уже, я смотрю, рынки начинают его потихонечку учитывать в цене. Вот, там что доллар подешевел немножко. Вот, если как бы, все так и все пойдет по этому сценарию, то, конечно, доллар, извините, золото просят. Да. Okay. Вот, в принципе, перспективы тогда вроде бы в экономике Штатов будут более такие оптимистичные. Если немножко будут потихоньку дальше пускать ее доллар. Ну да, если будут стимулировать еще раз экономику Штатов, вот, то по идее, опять же, деньги должны перетечь в облигации, гособлигации США, вот, и уйти с рынка золота. То есть сейчас действительно, что происходит, люди ищут новый оплот стабильности. Что станет заменой гособлигаций в США. Вот, но я думаю, что еще пройдет немало лет, прежде чем такой оплот будет найден. Это не может быть британский фонд? Ну, во-первых, экономика не настолько большая, вот, и, опять же, не настолько здоровая, чтобы это был британский фонд. Ну, золото, все возвращались, потому что возврат золотому стандарту – это такой более реальный актив, да, то есть это был возврат, скажем, в прошлом. Вот. Как пойдет дальше, вот честно вам скажу, я не знаю. Нет полного понимания, что будет через 5 лет, найдется ли какая-нибудь альтернатива у Штатов. Ну, то есть понятно, что мы с вами живем какой-то, в такой период перемен, когда уходят старые ценности, но пока на смену новые еще не пришли, не сформировать. Какие они будут? Мне сейчас сложно